Фирма Артикул предлагает свой сорт белокочанной капусты Парус. Это среднепоздний сорт. Вегетационный период до 155 дней доходит. До 3 кг масса одного кочана. Урожайность до 8 кг на квадратный метр. Предназначен для длительного хранения и потребления через 3-4 месяца в свежем виде или для квашения. Лёжкость продукции после 6 месяцев хранения где-то около 75-85%. Сорт пригоден для механизированного возделывания. Ценность сорта заключается в дружном формировании кочанов, отличных вкусовых качествах, высоком содержании сахаров, относительной устойчивости к бактериозам. Высадка рассады в открытый грунт в третьей декаде мая в возрасте 35 дней. Обязательно с одновременным поливом. Номер партии 3701/4155, вес 0,3 грамма. Давайте проверим. Так, вес 0,47 грамм.